Спасибо тебе. Здорово, Хряк. Тихонько привет и шлет. А слух прошел, взяли его. Было дело. Он мне перед посадкой адресок твой подкинул. Переждешь, говорит, в случае чего. Чего ж на улице ловишь? Я был у тебя, хозяйка сказала, что здесь ты воздухом дышишь. Кличут тебя как? Мамаш Колькой звала. Свои ребята Полетайкой. Это что за кликуха такая? А я как птичка. Сегодня здесь, завтра там. Ну-ну. Летай, летай, пока крылья не подрезали. Подрежут, новые вырастут. А ты что кашляешь? Простуда? Век бы тебе такой простуды не видать. Гроши принес? Есть маленько. Давай. Здесь, что ли? Упаковочка не позволяет. Веди на Хавиру. А не боишься? А чего мне бояться-то? От того, что я тебя пощупаю. Тот ли ты, Колька? Или подставили кого? Если темнишь... Не лепи горбатого, Хряк. Говорю же, оттихоньки я и доли твою притаранил за последнюю бутылочку. А как меня узнал? Тихонько описал. Старый, говорит, и желтый, как лимон. Сам ты лимон. И заруби себя на носу. При хозяйке я тебе не Хряк. А Савелий Лукич зарубил? Заруби. Ну, идем, что ли? Холодный, шамать охота. Не с гостей еду. С поезда, что ли? Без вещишь? Два чемодана, голова да живот. И оба пустые. Этот-то пустой. А в этом бринчит кое-что. Бринчит. Ну-ка ли так идем? С дураками дела не имею. Да развивайся, чубчик, да на ветру. Через день казна опять здесь будет. Плюнь через левое плечо. Подходы проверил? Ха, срисовано. Дворик там заказной, сквознячок на две улицы. Головорот смазал? Все тип-топ. Сколько настукало? Час ночи. О! Скоро потопаю. Пока доберусь, пока то да сё. То да сё. Дело с умом надо делать. Знаешь, как лисица следы свои заметает? Ну? Гну. На каждую лисью хитрость у охотника своя имеется. Понял? Следов оставлять, между прочим, не обучен. Ну-ну. Скважек свой я тебе не дал. Больно приметный, да и тебе не по годам. Вон там возьми. Вот это что ли? Ну? Мало больно. Тебя тихонько чему учил? Бери такой товар, который в чемодане одной рукой унести можно. Потихоньку, полегоньку. Надорвешься, попадешься. Знаю, знаю. Знаю. Зубок выучил. Оружие в руки не бери, 182-я УК. С бабами не связывайся, продадут. Сам краденое на базаре не забывай, на то маклаки есть. На деле не пей, света не зажигай. Ни пакости, ни хамир, работай чисто. И в первый раз. Первый не в первый, облюсти себя надо. Тихонько вон, вор, не тебе чита, завалился. Выскочит. Не скажи, не в детдом увезли. Ладно. Я за него тут такой шухер устрою. Надолго запомнят. Век мне воли не видать. Хозяева уже спят. Собирайся. Пора. Богу.
Интересный проломчик. И все кирпичики целые. Сережа, а парафин в магазине такого же размера? Тютелька в тютельку. В магазине никакой передвижки, все на своих местах. Шторки на витринных окнах и те задернуты. На отпечатки проверяли? Проверяю, нигде не наследил. Пол и стекло на прилавках протерты мокрой тряпкой. Аккуратный товарищ. Ладно, давайте собаку. Федя! След, нюхай. Нюхай. Повинь, что-то насыпано, не берется. Понятно. Давай наверх. Сумму похищенную уточнили? Да, подсчитываем. Почему ценность оставляете на ночь на прилавках? Что, инструкцию не знаете? Да, боже мой, ну все я знаю. Ну, вы же видите запор на дверях и сторож. Первое время носили ценности в сейф, потом решили лишнее морока. Господи, кто же мог подумать? Ну вот вор, он и подумал. Зашел в магазин перед закрытием, раз, другой, увидел все, что надо. И выходит, лишняя морока не вам, а нам. Вы за это деньги получаете. А вы за что? За ратозейство? Ладно, пошли в магазин. Все, ребята, все, на сегодня хватит. Домой. И так, подбивая бабки, можно сказать, что по нашей картотеке никто с такими приметами не проходил. Думаете, залетный гастролер? Ты знаешь, что ли, я что-то гастролеров таких не встречал. Нет, конечно, бывают. Только не Фомкой они орудуют, а смычком. Ну, эти... Вундеркинды. Точно. Подковался. Кто, Толя? Ну? Далеко пойдет. Ну, если наша милиция не остановит. И все-таки залетный. Среди наших воров такой квалификации нет. Это факт. Стенку разобрал и ни одного кирпичика не порушил. Лом у него заговоренный, что ли? Да, и если он ломом эту стенку долбил, то почему сторож ничего не слышал? Вот именно. Вроде не спал, пьяный, говорит, не был. Хоть убейте, не пойму. Хочешь, убью. Давайте. А он лом в руки не брал. Что же, по-вашему, он эту стеночку святым духом порушил, да? Нет, Толь, я не шучу. Сдал я крошку с того пролома на анализ. Колдовали над ней, колдовали, и получается такая интересная картина. Стена в подвале была смочена особым препаратом, который разрыхляет раствор, скрепляющий кладку. И кирпички вынимаются после этого голыми руками. И что же это за раствор такой? А вот этого они не знают. Говорят, давайте препарат, тогда скажем состав. Ну, дела. Что же он, пацан этот? Химик, что ли, по образованию? Рабфак кончил? Рабфак не знаю. Вот воровской факультет кончил, да видать, с отличием. И если это пацан, то за ним стоит взрослый вор. Пахан. Точно. Так что давайте думать, кто бы это мог быть. Заходи. Пей. Спасибо. Пей, а то остынет. Ты как, в прикуску или в накладку, а то я песочек подсыплю. А? Да я как вы, Иван Владимирович. Ну-ну, а я по-стариковски. Обязательно в прикуску
И обязательно с блюдечка. Ну, и я также. Ну-ну. Думал я над твоим делом. Думал, и так примерял, и эдак. Память, слава богу, еще не подводит. Угу. Ты про хряка слышал когда-нибудь? Нет. А, ну да, молод ты. А хряк еще до революции промышлял. А, потоптал я ноги, пока на него вышел. Хитрюга был. Бывший студент, между прочим. В технологическом учился. Химик. Химик, говорите? Так, а я про что? Это большой вор. Классный, не мелочь. В основном по ювелирным магазинам баловался. Также аккуратно стеночку в подвальчике разберет, пропильчик полу сделает, ценности в саквояжик и поминай, как звали. Угу. И ни одна вещь в городе не всплывет. Ни тебе колечко, ни часиков каких завалящих. Он, голубчик, когда на дело идет, уже билет на поезд в кармане имеет. Саквояжик в ручке, на лихача к вокзалу и ту-ту. Сбудет краденое и обратно. Вот главное горе – одиночка. Ни с кем водку не хлещет, по ресторанам не болтается. Снимает комнату в какой-нибудь старушке из благородных. Пьет какао, кушает домашние обеды. Папиросы у него самые дорогие. Костюмы от лучших портных, в театре ложа у билетажа. Угу. И никаких блатных связей. Ну, попробуй, повяжи такого. Вот. Так вот, состав этот химический хряк изобрел, еще когда студентом был. А над ним то ли посмеялись, то ли не поверили. Ну, он ведь Кухаркин сын, черная кость и фамилия соответствующая Хряков. Ну и озлился мальчишечка. Так что его этот составчик, и не сомневайся, состав его. А что он исполнитель, вряд ли. Много лет уже нигде не всплывает, да и жив ли. Но ниточка к нему ведет. По всему выходит, что к нему. Да вот ведь в чем вся загвоздка. Да. По нашей картотеке он не проходил. А, ну по вашей не знаю. А в моей есть. Так, ага, вот его адресок. После отсидки на Лиговке проживал. На Лиговке. Наведайтесь. Может, что и узнаете. Спасибо, Иван Владимирович. Это вам спасибо. Вам спасибо, что старика не забываете. Уж такое спасибо. Да. Заезжай, если что. И ребятам привет передавай. Непременно. Еще раз спасибо. Откройте, мамаша. Мамаша, я вам не мамаша. Я с вами в родстве не состою. Ладно, бабуля, потом разберемся, открывайте. Бабуля, господи, если всем таким внукам открывать, закрывать нечего будет. Савелий Хряков здесь проживает? Савелий-то жил-поживал, теперь доживает. Это как понимать? Так и понимаете, он очень плохо. Откуда вы? Из милиции, открывайте. Он, ему папа нужен, а не милиция. Он один? Да, вроде бы один. Колька побежал в аптеку. Колька, это кто, сын? Ну, какой сын? Он приблудный, но имеет о нем заботу. Бегает в магазин за продуктами, в аптеку за лекарством. Парадную дверь давно заколотили? Парадную? Да. Как квартиру разделили, так и заколотили. Та-то была лестница, не чета нашей, красотища. Ну-ну. Вот туда. Милостивый государь, государь, господа студенты, честь имею сообщить, отдай деньги, гад, отдай деньги, ваши не пляшут, проводник, чай,
Мадам, сюрпре. Тише. Тише, наша кот на крыше. Коля. Коля. Коля, Коля, Николай. Сиди дома, не гуляй. Потихоньку, полегоньку. Потихоньку. Полегоньку. Где? Я спрашиваю Бога. Где истинная правда? Где? Умер. Не по всему, видать, парнишку вы спугнули. Где, как, не знаю, но спугнули. Спугнули, спугнули. За квартирой смотрите? Приглядываем, но, полагаю, он туда больше не сунется. Приметы хозяйка дала? Но ведь лет 15-16, прихрамывает, звать Николай, все. А, отпечатки сличили? В нашей картотеке нет. О. Ну, раз спугнули, значит, пуганый. А может, из беспризорных. Колонии боится. Может, и беспризорный. Только, сдается мне, хряк никого с улицы к себе не подпустит. Кто-то ему этого парнишку предъявил. А что это нам дает? Ну, чем черт не шутит? Думаете, этот пацан в магазине шуровал? Я, Толя, без точных фактов выводов не делаю и тебе не советую. Это как, понятно или не очень? Понятно, товарищ начальник. Ты сиди, сиди. Так, значит, ты говоришь, хряк в сознание так и не приходил? Нет, Александр Сергеевич. А в бреду имена какие-то называл? Помнится тише. Хотя, возможно, он так выговаривал слово тише. Тише мыши, кот на крыше. Ну, а еще что? Еще, да все больше присказки какие-то. Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Потихоньку, полегоньку. Так. Может, он про этого пацана, ну, про Кольку говорил. Да нет, не про него. Так ты говоришь, Виктор Павлович, тише и Николай. Насчет Николая факт. А вот тише или тише, не уверен. А вот ты не сомневайся, Петр Владимирович. Ознакомь, товарищи. В ответ на ваш запрос сообщаем, что идентичным образом совершены кражи в магазинах Москвы, Харькова, Киева, Ростова-на-Дону, Одессы, Тифлиса, Севастополя. На последней 7-й краже задержан Тихонов Николай. Кличка Тихонько. Судимости 6, побегов 6. Осужден по закону 7/8 от 32 года на 10 лет. С этапа бежал. Объявлен во всесоюзном розыске. Регланчик разрешите? Мне папирос. Оттуда, пожалуйста. Гражданин Верхний не разрешается. На три глаза шпунт. Тихонько. Бери еще. Пацан не залетел? Появишься, к хряку не ходи, заметут. Топай прямо к Маньке барыге. Адресок ты знаешь? Продался? Да ты что, Коренька, побойся Бога. Я тебе покажу адресок. Кровью своей умоешься. Кому я такой нужен?
при парашах сижу. В зоне при парашах, здесь при парашах. Вот в сортире и сдохнешь. Ты меня знаешь, Шпунт. Заложишь, хана. Помер, значит, коряк. Помянем. Как же его замели-то? Да. Чисто метет уголовка. Ничего не скажешь. Но ничего. Мы еще посмотрим, кто кого. Козлу всю растряс. Твои две доли целы, а тут две. Ну, я тут один магазин подломил. Одна доля твоя, другая хряка. Хряку, думаю, на том свете ни к чему, а тебе пригодятся. Еще как. С тобой, смотрю, малый, не пропадешь. Давай. Посчитай. Да ладно, что я, Манька, что ли? Ой. Чего? Я Маньке сменку верхнюю заказал. Сунется она на толкучку, а там ведь уголовка всех барыг наперечет знает. Мотать отсюда надо, парень, мотать. А куда? Берег я на всякий случай. Один адресок. Видать, время пришло, давай. Край, что ли? Самый краешек. Меньше вышака не жду. Дела за мной серьезные, пацан. Но ничего. Мы еще с тобой такое фартовое дело наколем. А потом и такое дно нырнем, что нас с водолазом не сыщут. Химичи тебя хряк научил? Ага. Скрутила его. Видно, понял, что помирает, и открылся. И получается у тебя, как в аптеке? Ну, малый, ну, голова. Мы сейчас с тобой полетаем. А, мы еще с тобой расправим крылышки. Как говорится, у нас в активе 0,0. С хряком Тихонов был повязан, это факт. Тот ему состав для разборки стен поставлял, за что, как говорится, имел. А почему ты, Виктор Павлович, решил, что и пацан этот, как его, Колька? Со слов хозяйки квартиры. Вот видишь, со слов. Он, может быть, и не Колька. Так почему ты решил, что он с Тихоновым связан? Откуда такой вариант? Почерк у них больно похожий. Все до мелочей совпадает. Надо полагать, что Тихонов был его учитель. Предположим. Тогда давайте прикидывать. Мог Тихонов сразу после побега направиться сюда? Мог. Почему? Почему? Какие привязки? У нас за ним дел никаких. Это раз. Хряк со своим составом – это два. Да. И парнишка – три. Насчет парнишки, по-моему, слабовато. Зачем он ему нужен? Лишняя обуза. Ну не скажите, судя по всему, он не в шестерках бегал, а работал на равных. Так по-твоему, выходит, они магазин на пару брали, что ли, по нашим прикидкам? Там один человек шуровал. Лес, пацан, и ценности выносил он. А Тихонов мог кладку разобрать и отход обеспечить. Получается, мы появление Тихонова в городе прохлопали? Если допустить, что на кражу они шли вдвоем, то на это так. На допусках мы, дорогие товарищи, с вами далеко не уедем. Нам факты нужны. А фактов у нас две крупные кражи. Покойник и неизвестный пацан. Да, и ориентировка на Тихонова. Вот-вот. Ему и терять, как говорится, нечего. Вполне может банду сбить, и тогда жди дел. Граница опять же рядом. И это тоже. Если только Тихонов в городе. И установить это наша первая задача. Если он в городе, я думаю, первое время затаится. Вор он
крупный, стреленный, опытный. Заберется в какую-нибудь берлогу, будет ждать до времени. У Хряка никто не появлялся? Нет, Александр Сергеевич, я уже думаю людей снимать. Нет уж, пусть посидят. Хорошо. О смерти Хряка Тихонов вряд ли знает. А составчик ему может понадобиться. Вот тогда и заявится. Но того мало, товарищи, дорогие мои. Это все равно, что сидеть около моря и ждать погоды. Нам действовать нужно. Какие предложения? В ворованном реглане Тихонов по городу ходить, по-моему, не будет. Продавать его сам тоже не будет. Не такого полет птицы. На скупщиков надо выходить. Ну, это так. Всех известных нам скупщиков, комиссионки, барахолку, скупки. Комиссионку он не полезет. Не полезет в комиссионку. Не с чужим полета. Паспортом? Что? Запросто. Народ нахальный. Всех укрывателей проверьте. Только так, аккуратно, чтобы не спугнуть. Ну, еще что? Облавы по чердакам и подвалам. Ну, в подвал-то зачем? В подвал он не полезет, на чердак тоже. К удобствам привык, если это так. А я не про него, я про парнишку этого беспризорного. Ну, беспризорных у нас в стране уже несколько лет нет. У тебя, Виктор Павлович, эти подростки, ну, просто вроде болезни, рот недуга. Это сегодня они подростки, а завтра их дела во взрослях перескочат, особенно если за ними такие, как Тихонов, стоят. Надо искать этого Кольку. От него может потянуться ниточка к Тихонову. Ну, а что ты думаешь? Может и потянется. Значит так, облавы. Теперь так, Петр Логинович. Да-да. Фотографию Тихонова размножить. Во все районные отделения милиции, включая и транспортные. Всем постам, Осадмилу, со строгим предупреждением. Вооружен, при задержании очень опасен. Ясно. Ну, пока все. Действуйте. Тихо! Кончай, пацана! Тихо! Будем знакомиться дальше. Зовут меня Виктор Павлович, фамилия Бычков. За что замели? Дел нет. Дел у нас хватает, Коля. Давай, отпускай, ну, отпускай. Давай. К слову сказать, как тебя, по-батюшке? Михайлович. Так вот, Петр Михайлович, не вы ли это на прошлой неделе ларек порушили? Это какой? У пяти углов, который. Не я. А мне сдается, что вы. Не мы. Это доказать надо. А все доказано. Пальчиков много оставили своих. Уж очень вы разборчивы, Петр Михайлович. Коньячок в сторону, а когорт прихватили. Что? Не любишь коньяк? Я. Он клопами пахнет. Ну вот, сам во всем признался. Хитрован ты, дядя Витя. На том и стоим. Какой у тебя привод по счету? Если сегодняшний считать, то пятый. А почему не считать? Не надели, прихватили. Yeah. Ничего, прихватим и надели. Наше дело воровать, yeah. А ваше ловить. Кто лучше спляшет? Вот и давай. В детколонию отправлять будете? Ну а куда ж тебя? Несовершеннолетний ведь. Сбежишь? Сбегу. Учиться не хочешь? Ученый. Ладно, Кононов. Только гляди, скоро кончится твоя лафа. Ну и твоя тоже. А что так? Подрастешь немножко, и не дед колония тебе засветит. Такое, что посерьезнее. И в тюрьме люди живут. И как живут, не пугай. Петя, ну что ж ты? На пушку берет. Какая же это жизнь, Петя? Будешь как басота последняя за всей камерой бегать в услужении. А хвост поднимешь, замордует. На всю жизнь калекой оставят. Что, весело? Ой-ой-ой-ой-ой. Чего ж веселого-то? Ну вот и думай, думай. Пока не поздно. Ну, что приуныли? Шамыть охота, с ночи не евши. Пожрать бы. Пожрать бы, да. Это мы сейчас сообразим. Сережа, сбегай в буфет. Вот. Сделаю. Сделай. Спасибо, дядя. Сбегай. А как побольше есть. А мы давайте как сидим, слева направо. Имя, фамилия. Ну? Хохлов. Он же Пашка, он же Хохол. Дальше. Журавлев.
Можно журавель, а если ласково, Жура? Так. Жура. Егоров Василий. Он же кобыла. А Кольки среди вас нет? А у нас всякие. Ну? Ты вроде Колька Салик. Ну, я Колька Салик Николая. Чё? Да нет, ничего. Цыганочку можешь? Сбацать, что ли? Давай. Коль, давай. Я искусство народу. Коль, танцуй начальнику. Вполне, не хромает. Ходилки пока в порядке. А он от кого хочешь подорвать может. А вы какого Кольку ищете? Хромого, что ли? У нас такой в подвале ночевал, только его не Колькой зовут. Тихо, Кононов, тихо, тихо. Здесь я командую. Как говоришь, его звали? А я не помню. Как-то его чудно звали. А он художник. Рисует, да, как настоящий. Он печку у нас нарисовал точь в точь. Художник, говоришь? Как тебя зовут? Игорь Соколов. Ребят матросом кличут. Угу. Матрос штаны натрёс. Вы гляньте, что у него под бушлатом-то. Покажи. Не надо, не надо. Ничего, видный товарищ. Чьи? Отцовский. Отец жив? Не, помер от тифа. Потому и сбежал. Но я на магнитку хотел. Не доехал. С поезда сняли. А понятно. Ты что, билет-то не взял, что ли? Начальник, а ты кто, уполномоченный? Старший уполномоченный. Старший? А тебя кто уполномочил у нас ловить, а? Чего, настоящих воров не хватает? Да нет, воров хватает. Ну, а уполномочил меня. Детство твое уполномочило, испоганенное. Это как это? А вот так, чтоб рос ты как нормальный пацан, чтоб в школу ходил, в кино, в цирк. В цирк? Да, в цирк от клёва. Я никогда в цирке не был. Сходишь. А, сведут. Да. Свой верёвки. Вот и буфет. Ладно, опять убери. Виктор Павлович, да. На минуточку. Виктор Павлович, Филимонова на толкучке прихватили с Регланом. Да ну? Петр Логинович с ней беседу имеет, просил зайти. Иду. Так, Сережа, а ты займись этими пацанами. В колонии их? Ну, а куда же? Кажется мне, что Кононов что-то темнит, знает про этого Кольку. Да ему еще и 16. Ну, ладно. Что еще? Да так, ничего. Тетя Марусь шумит из буфета. Перебрали мы малость по ее расчету. Понятно. Червонец хватит? Должно хватить. Давай. Виктор Павлович, но вы поговорили там в финчасти. Ну не сами же мы чаи распиваем. А то если всех этих гавриков кормить, ноги до получки протянешь. Ладно, проживем как-нибудь. Ну не знаю я. Ну не знаю я его, Господи, да убей меня, Бог. Ну я не знаю, гражданин начальник. Ну что это за тихий? Какой тихий? Не знаю я. Не тихий, а тихонько. Тихонько. Имя-то какое нечеловеческое. Ты, черт, и не имя, а кличка. А имя у него Николай, фамилия Тихонов. Никогда не слыхали? Да убей меня, Бог, ну не знаю я его, ну не знаю, ну гражданин начальник, ну не знаю я. Спокойней, спокойней, Филимонова. Откуда у вас этот Реглан? Купила. Где? На толкучке на прошлой неделе купила. Да? Да? У кого? У летчика, что ли? Чем? Чего у летчика? Не знаю, может, он летчик. Мужчина такой видный. Да? Да. Блондин, брюнет? Нет, вроде такой чернявый. Ой, не, может, белесый. Я не разглядела. Не разглядела? Что же он? В фуражке, что ли, был? Кто? Мужчина. Не знаю, может, он в фуражке. Гражданин начальник, он ж пропился весь. Он хотел все себя спустить, понимаете? А я хотел нажиться. Ну, продать с выгоды, понимаете? Ну, а? Дура я. Ну, вот, ну, дура, ну, я понимаю, ну, дура. Ну, это, ну, не навар, не товар, ну, не дура я. Ну, я дура, гражданин начальник, правда. Да уж, не очень-то умная, Марья Сергеевна. А что, если эту фуражечку мы у тебя дома найдем? Что тогда получится?
А то и получится, Марья Сергеевна, что ты не только скупщица, а еще и укрывательница. Вот ведь какой коленкор. Господи, ну какая укрывательница? Ну какая я укрывательница? Господи, да убей меня, Бог, ну какая я укрывательница? Я же перед вами вся как на ладони открыта, правда? Все же мои дела наизусть знаете, наперечет. Ну, гражданин... Ну, хоть не все знают. Ну вот что, Марья Сергеевна, давай, выйди в коридор, понадобишься, я тебя вызову. Что, судя по всему, регланчик-то тот самый. Ему еще фуражечку раздобыть. Фуражечку она вряд ли рискнет продавать. Больно приметная. Выбросила это скорее. Ну, нет, не выбросит. Жадно, больно. Ну, во всяком случае, надо посмотреть у нее в закромах. А главное, Тихонов вполне у нее может находиться. А если так, надо его брать, пока не ушел. Понял. Вот что, возьми постановление на обыск, на арест Тихонова. Я с вами, только по начальству доложусь. Есть. И вот что, Виктор Павлович, поаккуратней, а то я знаю, полезешь на рожон. Ни в коем разе. Это от большой любви к воровской аристократии. Иногда про на пролом. Тихонов мальчик серьезный и с оружием, учти. Учту, Петр Владимирович. Разрешите идти? Давай. Есть. Что? Пока не видно. Надо пробовать с порошком. Давайте собаку понятых. Есть. Гражданка Филимонова, у вас будет произведен обыск. Виктор Павлович, ознакомьте хозяйку квартиры с постановлением. Господи, так и не было у меня никого. Сам видите. Убей меня, Бог, не было у меня никого. Понятые, Петр Логинович. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что вас побеспокоили, думаю, ненадолго. Проходите, пожалуйста. Пожалуйста. Присаживайтесь. Ну что, передохнул? Далеко еще. По проселку, если то порядочно. А напрямик ты не сдюжишь. Нога как назло разболелась. Ну что там? Собака довела только до угла. Дальше тебя потерян. Там люди, машины, все. Понятно. Затоптано. Ну что, попробуйте здесь. Ищи. Отодвиньте шкаф. Скажете, Филимонова. Ну что, ну... Что? Ну, был он здесь, был, и реглан этот его. Пропади он пропадом. Один был? Нет. С этим... С пацаном с этим, ну, с Политайкой. Кличка? Чё? Ну, да. А имя, фамилия? Да я не знаю, но все Политайка, я не знаю. Куда собирались ходить?
Так, чего не знаю, чего не знаю, там, не знаю, потому что они такого ничего не говорили, при мне все больше молчали. Ах, не жить мне на этом свете, начальник. Чего, поживешь, поживешь, Филимонов. Ночевали сегодня здесь? Да, да, ночевали здесь, это я еще утром-то уходила, они еще здесь были, я им еще за водкой бегала. Нужно еще пару надежных людей и машину. Будем выходить на сберкассу. Возьмем куш и на ту сторону. Что он говорит? Говорит, что все в порядке. У него на той стороне брат. Встретит. А перейдем? Переведут. Были бы грош. Ну что, хороша у твоего дочка, а? Ну ладно. Ну-ка давай, иди разомнись. Ты на ноги не смотри. Липа это. Какая же это липа? Береза. Да я не про полено. А что ж тогда? А лет мне побольше, чем тебе. И не может того быть. А вот и может. Тебя сколько стукнуло? Никто меня не стукнул. Ну, лет тебе сколько? 15. А мне 17. Ты правду говоришь? Чем мне врать-то? Не в суде. А ты был в суде? За что? Да так. Тебя как звать-то? Хельга. А по-нашему это как, Ольга, что ли? Можно и так. Олька, значит. А я Колька. Олька и Колька. Поедем в город, а? Зачем? Ты Чапаева видал? Видал в прошлом году 5 раз. А я ни разу. Одну меня в город отец не пускает, а подруг у меня нет. Какие здесь подруги? Поедем, а? Ладно, я сейчас. Я с Хельгой в город смотаюсь, в киношку. Валяй! Только ты смотри там по-тихому. У меня местная уголовка, ты не знаю. Там выбить прихвати до брата дороги. Ладно. Деньги есть? Найдутся. Валяйте, валяйте. Ревешь, что ли? Коровы ревут, а я плачу. Дурочка, это же кино. Все равно жалко, как они его из пулемета.
Чья сила вот эта барыня пляжет? Вообще-то, конечно. Хочешь, я тебе его нарисую? Кого? Ну, Чапаева. А сможешь? Мне на человека один раз глянуть срисовано. Чапаева с закрытыми глазами вижу. Бурка, папаха, усы, шашка. Ну, лошадь еще. Конь. Конь. Ну что, потопали? Потопали. Кажется, он. Она его Колькой называла. Сережа, повели. Фамилия его Вероланин. Звать Тойва. Судим по 162 статье Уголовного кодекса. До первого побега Тихонова отбывал срок в одном с ним лагере. После освобождения и по настоящее время работает в колхозе конюхом. Дочь? Дочь Хельга Вероланин, 16 лет. Приводов нет. Мать с ними не живет? Ушла. Дочь осталась с отцом по собственному желанию. Так. Вся компания собралась. Так точно. Темно уже. Девчонку не зашибить бы, как ее оттуда вызвали. И пацана бы не мешало. Ох, Витя, пора, братцы. Грузится. Сейчас бы брать. Такое придумать. Есть один вариантик. Можно? Давай. Ты чего шла? Пьяных ненавижу. Ой, мой. От тебя тоже пахнет. Ладно, я выпил-то все ничем. Все равно ненавижу. Ты что? Коза сбежала. Какая коза? Наша, слышишь? Как же это она? Сама сарай запирала. Виктеле! 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 Руки! Витя! Витя, он мне живой нужен!
как в гостях. Подвигайся к столу, ешь. Ничего-ничего, чай разговор не помех. За кусок колбасы покупаешь, начальник. Ну какая купля-продажа, Коля? Я же не цыган, ты не кобыла. Что не кобыла, факт. Ну а я о чем? Кобыла это Васька Егоров. А ты Колька Политайка, фамилии не знаю. Бесфамильный. Зря стараешься, начальник. Не будет разговора. Хорошо, давай на пальцах. Как тихонько стоило. Ты не знаешь куда. Ну лаять-то зачем? Я как собака. Одного хозяина признаю, на остальных лаю. Могу упустить. Ты случайно не бешеный, а то ведь уколов делать неохота. Веселый. Всех воров, что ли, переловил? Ничего, на мою долю хватит. О, в самую точку, на твою хватит. Ты что, грозишь? Чем мне грозить-то? С бугра виднее. Эх, малый, я же не таких, как ты вязал. Ничего, жив. Лучше расскажи, как ювелирный брал. Что? Вон о чем мне мажете-то. Скажешь, не брал. А докажи. Докажем. Один был или стихонько на пару работал. Ой, не знаю такую. Несерьезно, Коля, несерьезно. Взяли-то вас вдвоем. А я к девчонке приходил. Кто там у ее хозяина в гостях, знать не знаю. Очную ставку хочешь? Давай. С кем? С Хельгой. Хельгу не трожь, понял? Ни при чем она здесь, понял? А значит, при чем? Что, молчишь? Тихонько твой по уши увяз. А ты хочешь главной фигурой выступать? Тихонова отмазываешь, не выйдет. Бумагу давай. Вот это другое дело. Садись, пиши. Только подробно, когда, где, с кем. И про чай не забывай, стынет. Готово? Угу. Художественно изобразил. Старался. Талант. Поехали. Куда мне ехать-то? На КПЗ я пёхом допру. Поехали, люди ждут. Стал я от вас, начальнички. Голова трещит. Прокурор буду жаловаться. Врач допрос разрешил, Тихонов. И раненого в ногу, а не в голову. Вам-то я метил в голову, жаль, промахнулся. Ну, у вас и без того статей хватает. Одних государственных краж 9. Чего-чего? Откуда же 9-то, а? Помните? Москва, Киев, Харьков, Ростов, Одесса, Тбилиси, Севастополь. 7. И у нас 2 ювелирных. Вот тебе 9. Севастопольскую беру, остальное все маком. Да бери все, чехом, не торгуйся, Тихонов, твоя работа. Докажете, возьму. У вас висячка, вы и распутываете. Распутаем, не волнуйся. Разборочка твоя, пропильчик полу тоже. Ну и состав, само собой. А состав что? Химия. А химия дело темное. Так что мимо, начальничек. Кроме Севастопольской ничего у вас на меня нету. А 6 побегов, Тихонов. Нападение на конвоира, незаконное владение оружием, перестрелка с работниками милиции. Про краденный реглан я уже не говорю, но тоже учтется. И за то, что подростка за собой потянул, тоже ответишь. Какого ты еще подростка, а? С пацаньем не связываюсь. Какого? А Политайка? Не знаю никакого Политайки. Групповку шьете, да? Не про ханже, начальник. Групповой или нет, для вас роли уже не играет. Статей нахватали выше головы. Так что считайте, что ушел ваш поезд. Вот один и поеду. Никого с собой не беру. Нет такой привычки. Никакого вашего Политайки не знаю. Виктор Павлович, давайте. Вам предоставляется очная ставка, Тихонов. Знаете вы этого человека? Какого человека?
этого. Не видел никогда. Так, ну-ну. Знакомы? Не. Кончайте, начальнички. Мне лекарство принимать надо. Режим нарушаю. Свободны, Виктор Павлович. Рано радуйтесь, Тихонов. В Одессе-то вы наследили. И в Ростове тоже. Не вытерли насухо? Торопились, видно, очень. Вот, посмотрите, вот ваш палец. И здесь тоже. Здесь, правда, несколько смазано, но слечить можно. Желаете что-нибудь сказать? Послать я вас хочу куда подальше. Лягаши, падлы! Доктора требую! Ненавижу! Прокурора жаловаться буду! Тихо, Тихонов, без психа! Все тебе будет. И доктор, и прокурор. Все будет, сполна. Thank you.